Да, рият. Это следующее качество. Patience. Значит, терпение. It's not that you come to spiritual life today, tomorrow Krishna is going to sit down next to you. Не думайте, что вот сегодня вы пришли к духовной жизни, а завтра Кришна уже сядет рядом с вами. With that blind devotee, Surdas. There's a blind devotee called Surdas. Был один. He used to compose very beautiful songs for Krishna, but he was blind. He couldn't see, so Krishna would come and sit next to him. Был один незрячий преданный, которого звали Сурдас. Он писал удивительные песни для Кришны. И поскольку он был незрячим, Кришна приходил все время и садился рядом с ним, слушал, как он поет. Но он этого не видел. You may say, why is Krishna not manifesting himself in front of me? И вы можете тоже можете сказать, почему Кришна до сих пор не явился мне? We have to be patient. Мы должны быть терпеливыми. Honor, dishonor, victory, defeat, heat and cold, we'll all be there. Мы должны терпеливо сносить и прославление, и бесчестие, и жару, и холод, и победу, и поражение. Все это будет приходить к нам. That